предстоящую субботу из-за проведения массового легкоатлетического забега перекроют движение в центре Чебоксар. С 6 до 16 нельзя будет проехать по Красной площади, по улице Ленинградской и Президентскому бульвару от пересечения с улицей композиторов Воробьевых до Красной площади. С 13.30 до 16 перекроют дамбу залива, улицу Ярославскую от пересечения с улицей композиторов Воробьевых до залива и улицу Сергия Радонежского от дамбы до площади Речников.